прочитали приговор. Мать и отчим отправятся в колонию за изнасилование девочки. Ужасающие случаи издевательства над ребенком. Новые трамвайные пути и вагоны. К 2025 году у ярославцев появится комфортный и быстрый транспорт. В областном центре будет реализован масштабный проект. Соглашение подписано. Наборы для творчества детям Донбасса. Городской телеканал с партнерами отправляет подарки в новые области России. Медведица Маша уснула. Живой символ Ярославля, обитающий в музее-заповеднике, отправился в зимнюю спячку. Акробаты, гимнасты, бодибилдеры. Воспитанники спортшколы имени Беляйкова отчитались о работе и достижениях за год в формате шоу-представления. 250 пловцов со всей области в одном бассейне. В Ярославле открылись традиционные региональные новогодние старты. Дистанции разные, как и возраст спортсменов. Здравствуйте! В эфире «Время новостей» городского телеканала, в студии Екатерина Сысоева. Ярославской семье педофилов вынесли приговор. 32-летний мужчина и его супруга признаны виновными в изнасиловании своей малолетней дочери. Городской телеканал рассказывал о вопиющем преступлении. Как установлено следствием и судом, горе-родители измывались над девочкой почти год. Обвиняемый, приходящийся ребенку отчимом, будучи пьяным, систематически приставал к 13-летней падчерице. Все происходило на глазах ее матери, которая не то что не препятствовала, а порой и содействовала бесчинствам. Также следователи сообщают, что волю ребенка к сопротивлению пытались сломить угрозами и побоями. В общей сложности девочка подверглась насилию не менее 14 раз. За свои преступления оба виновных поплатились. Мужчина приговорен к 16 годам колонии строгого режима, его жена к 8 годам общего. Драка в ярославском магазине. Дикая сцена разыгралась у кассы одного из супермаркетов в Дзержинском районе. Покупатель напал на кассира. После приобретения бутылки водки и консервов посетителю показалось, что его обсчитали. Словесная перепалка переросла в драку. Кассиром оказался 36-летний мужчина, которому досталось по голове бутылкой и кулаком от нападавшего. Выяснение отношений зафиксировали камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Агрессивному мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Крупную партию мобильных телефонов хотел перебросить через забор с колючей проволокой ярославец. Но неудачно. Попытка не увенчалась успехом. Мужчину задержали. В пакете у 39-летнего ярославца, кстати, бывшего сидельца, были обнаружены палки, к которым с помощью скотча примотаны смартфоны. Так проще и удобнее совершать бросок через высокую стену ограждения. На другой стороне, если повезет, передачку подбирают осужденные. Подобные попытки доставить запрещенные вещества и предметы в колонии происходят регулярно. Но в большинстве случаев нарушителей ловят, посылки конфискуют. Нынешний инцидент не исключение. С какой целью прибыли? Совершить переброс. Где находитесь сейчас? В Куйка-2. Что перебрасывать собирались? Телефоны. В результате досмотра у задержанного обнаружено и изъят 31 мобильный телефон, 3 пары наушников, 5 USB-проводов и 6 зарядных устройств. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, который влечет за собой наложение штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В Ярославле к 2025 году будет модернизировано свыше 45 километров трамвайных путей. Появится 47 новых низкопольных вагонов, оснащенных системой климат-контроля, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Региональное правительство и столичная транспортная компания подписали концессионное соглашение по комплексному развитию трамвайного сообщения в областном центре. Документ также предполагает реконструкцию 8 тяговых подстанций, 2 путепроводов и трамвайного депо. Соглашение заключено в рамках федеральной программы «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Ярославский регион вошел в число 10 субъектов, где будут реализованы аналогичные проекты. Плюс для региона, что он получает услугу под ключ. И не надо увязывать строительство с закупкой, с перевозкой, сажать за стол разные компании и пытаться выступать арбитром. Наверное, вот это главное отличие этого контракта от обычной закупки. Все будет полностью новое, восстановленное. Общий объем программы почти 20 миллиардов рублей. Серьезные большие деньги. Немного регионов, которые могут себе это позволить.
Но мы это себе позволить можем. И будем это делать, потому что, по сути, трамвай – это легкое метро. Студенты электровоза ремонтного техникума присоединились к акции «Мы вместе». Будущие сварщики мастерят для военнослужащих печки-буржуйки. Работают в бригадах по 2 человека. На изготовление агрегата уходит около 3 дней. Основа – бывшие ресиверы – баллоны для сжатого воздуха. Их режут на несколько частей, и из каждой получается печка. Удобная, мобильная, а главное – необходимая бойцам в холода. К работе студенты подключились активно. Для них это не только доброе дело, но и дополнительная практика в будущей профессии. Обиваешь руку себе, этим же ты помогаешь себе в дальнейшем в других швах, более трудных, более весомых, то есть, например, каких-нибудь трудных сплавленных металлов. То есть тут мы учимся, например, сваривать тонкий металл с толстым, и вот постепенно этому набираемся опыта. Выбирались студенты по признаку, что они хотят, могут и сделают данную конструкцию. И поэтому на данных конструкциях они оттачивают свое мастерство, потому что сварка производится во всех пространственных положениях, как листовых, так и трубных конструкций. Готовые ждут отправки 5 печек. На подходе еще столько же. Когда работа будет закончена, ценную посылку передадут в штаб акции «Мы вместе», откуда она поедет в зону СВО. Помогает находящимся там военнослужащим техникум не впервые и намерен продолжать. Вначале собирали деньги, покупали тушенки. А погреться, посушиться, подогреть, наверное, там не особо есть условия для жизни. А для детей Донбасса новогодние подарки. 5000 таковых отправились сегодня из Ярославля. Это наборы для творчества. Ребята уже ждут гостинцы. Организатором акции выступил городской телеканал. А помогли партнеры. Марина Смарагдова с подробностями. Сегодня драгоценный груз отправился со склада химического завода «Луч». Перед длинной дорогой на коробке поместили яркие наклейки. Инициатором этого дара стала наша телекомпания в сотрудничестве с давними партнерами. Хочу выразить огромную благодарность руководству химзавода «Луч», да, который является давним нашим партнером во всех наших промо-мероприятиях и которые так живо откликнулись на вопрос вот гуманитарной помощи. Спасибо им большое. Будем продолжать работать. Известный ярославцам предприниматель Сергей Фотин отправился в зону спецоперации добровольно еще в октябре. Получил военную специальность стрелка, а как человек православный занимается гуманитарной помощью бойцам и мирному населению. 5000 подарков – это большое событие для всей Донецкой республики и Луганской республики. Они очень ждут. Они так будут благодарны тому, что сделали ярославцы. Значит, завтра мы уже будем в Москве, а послезавтра эти подарки будут доставлены к ребятам. Краски детям пригодятся, чтобы нарисовать то, чего не хватает – картины мирной жизни. Из пластилина и наборов для творчества они смастерят поделки для праздника. В Мариуполе восстанавливают дворец пионеров. Там подарки тоже пригодятся. Мы очень рады благодаря вашему телеканалу проучаствовать в акции «Подарок ребенку Донецка и Луганска». Мы хотели бы поздравить этих деток с праздником, пожелать им здоровья, удачи, ну и, конечно, самого главного – мирного неба над головой. Новогодние подарки загрузили в машину, которая доставит их адресатам. Ярославские гостинцы уже ждут. Они, безусловно, поднимут настроение детям. Ребята смогут развивать свои творческие способности и фантазию. Марина Смарагдова, Василий Мосин, «Новости города». В Ярославле 40 юных пациентов областной детской больницы сегодня стали участниками новогоднего праздника. Дети находятся на стационарном лечении. Порадовать ребят и создать настроение пришли сказочные герои. И, конечно же, Дед Мороз. Каждый малыш на представлении получил подарок. Это конструкторы и наборы для творчества. Самый главный сюрприз – яркие впечатления и незабываемые эмоции. Понравилось. Елку мы пытались зажечь. И вот, пришел Дед Мороз. Мне все понравилось. Нам очень замечательно, все понравилось. Детишки все довольные. Энергия, заряд бодрости на целый год. Дедушку Мороза мы хотели увидеть, увидали. Вот. Так что все замечательно. Все, что вся организация, нам очень все понравилось.
Дети, в свою очередь, подарили гостям новогоднего праздника открытки, сделанные своими руками. А Деду Морозу – большой конверт с рисунками. Сейчас на стационарном лечении в больнице находится около 300 ребят. Часть из них придется и в Новый год остаться в казенных стенах и продолжить лечение. Все дети получат памятные сувениры, а череда сказочных представлений продолжится. После Нового года ребят будет ждать рождественское чудо. Завтра у нас будет полицейский Дед Мороз и Дед Мороз от МЧС. Поэтому мы поднимаем настроение нашим маленьким ребятам. Мы желаем им скорейшего выздоровления. И чтобы в каждой карточке было написано, выписан здоров. И больше к нам не возвращался или возвращался только порадоваться вместе с нами какими-то своими достижениями. «Полицейский Дед Мороз». Акция под таким названием прошла в Угличском детском доме. Ребят приехали поздравить стражи порядка. Среди них начальник регионального управления МВД Алексей Школкин. Вручили детям игрушки, настольные игры и конструкторы. А всему учреждению два сушильных шкафа. Еще одним сюрпризом для воспитанников стал сертификат на посещение аквапарка в новогодние каникулы. В свою очередь маленькие хозяева подготовили для гостей концерт и провели экскурсию по детскому дому. За чаепитием ребята с большим интересом пообщались с полицейскими и рассказали о своей жизни и увлечениях. Новогодние встречи и поздравления стали добрым символом прочной многолетней дружбы правоохранителей с детьми, нуждающимися в теплых словах и необходимой помощи. В мэрии Ярославля сегодня подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. Он традиционный. В этот раз было подано 35 заявок. Номинаций 6. Лучшее новогоднее оформление объектов социальной сферы, торговли, сферы услуг, промышленных предприятий и лучшая частная инициатива. В интерактивном голосовании на сайте приняли участие свыше 21 тысячи человек, что является рекордом за все время проведения конкурса. Ярославцы и целые коллективы к Новому году стараются своими силами украсить организации, предприятия, где работают, или просто собственные дворы. Так поступил Евгений Алов. Он создал снежные фигуры, которые можно увидеть на улице 2-й Красноперевальской в Брагине. 13 лет он вместе с семьей создает символы Нового года. А особенно трепетно подходят к украшению помещений в детских садах. Ведь именно для малышей Новый год – самый долгожданный праздник. Мы второй раз принимаем участие в данном конкурсе, второй раз выигрываем. У нас очень благодарный зритель. Это дети, они радуются всему. И для них втройне приятно делать такие новогодние подарки. Ярославцы видят, что мы активно украшали город к Новому году. Работа эта была непростой, потому что была поставлена задача не тратить дополнительные бюджетные средства ввиду такой непростой ситуации. И здесь очень приятно, что наши ярославцы тоже подключились к этой кампании по украшению города. Пятая категория пожарной опасности, самая высокая. Именно такие дома в Кировском и Ленинском районах Ярославля обходили сегодня специалисты. Двухэтажки деревянные, построены больше полувека назад. В них особенно велик риск возникновения пожаров и других нештатных ситуаций. Сотрудники в преддверии новогодних праздников напомнили жителям о важности соблюдения элементарных правил. Необходимо следить за электроприборами, проводкой, не оставлять включенными газовые плиты, не курить в квартирах и подъездах. Проверили пожарные гидранты, расположенные поблизости от зданий. В Кировском и Ленинском районах более 150 домов, оставшихся без управляющих компаний. Они тоже в зоне риска. Такие дома, которые определенный уже у них возраст есть, у этих домов, и риск возникновения пожаров. Мы будем встречаться и общаться с жителями, раздавать памятки, инструкции для того, чтобы пожары не допустить в таких домах. Данные дома считаются пятой категорией, то есть повышенной пожарной опасности, где максимально возможно возгорание. По разным причинам. Вот мы ходим, беседы проводим, раздаем агитацию наглядную, листовки, памятки всяческие. В областном центре выбрали учителя года. Сегодня в Ярославле подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса. В нем приняли участие 10 педагогов-предметников из разных городских школ. Испытания проходили в 2 тура. Сначала жюри оценивало методическую компетентность претендентов. Учителя демонстрировали свой опыт и интересные находки в преподавании. А потом проводили медиа-визитку, мастер-класс для коллег, открытый урок и участвовали в педсовете. Абсолютным победителем конкурса стала представительница династии учителей Юлия Чистякова из 42-й школы.
Это не то, с чем мы обычно сталкиваемся в повседневной жизни. Ну, открытые уроки, да, периодически даем, но все остальные испытания — это определенно новый уровень, новое знание. И я не буду лукавить, было сложно, были бессонные ночи подготовки, но однозначно это колоссальный опыт, который, ну, я думаю, что в дальнейшем поможет мне в моем личностном и профессиональном развитии. В этом году участвуют очень молодые педагоги в конкурсе, очень молодые воспитатели, классные руководители. И, наверное, это и есть самое важное. То есть они еще на ранних этапах, они умеют уже подать себя, презентовать себя, они умеют показать себя. И, соответственно, безусловно, это для них очень большой профессиональный рост. Муниципальный этап конкурса «Учитель года России» проводится в Ярославле уже в 15-й раз. За это время в нем приняли участие более 150 педагогов из сотни школ. Три сегодняшних финалиста будут представлять город на региональном этапе, а возможно, в дальнейшем и на федеральном. Они состоятся в 2023-м, который, отмечу, объявлен годом педагога и наставника. Следующий год у нас будет год педагога и наставника. И я думаю, что вот сегодня мы как раз дадим такой задел на следующий год и, конечно же, отметим наших лучших учителей, которые нашим ребятам, нашим ученикам дают знания. Профессия очень непростая. У меня в семье есть учитель, заслуженный учитель России. Я не понаслышке знаю, что это за профессия, как она на самом деле дается людям. Очень хорошо, что такие конкурсы есть. Очень интересно была организована площадка по голосованию. И я считаю, что наши представители достойно будут представлять Ярославскую область на федеральном уровне. Всего раз в году в Свято-Введенском Толкском женском монастыре для прихожан выносят башмачки Спиридона Тримифунского. Никогда ничего не просящий у Бога, сам помогает миллионам. Мощи хранятся на острове Корфу. Святому часто меняют облачение, поэтому частички одежды раздают верующим. Ярославской обители повезло больше других. Марина Смарагдова отправилась на Толгу. В будни в обители немноголюдно. Святыня хранится в Крестовоздвиженской церкви. Но и в ранний час сюда спешат ярославцы положить записочку скоропомощнику. К нему взывают по житейским вопросам. Облачение одевают новое, и за полгода замечают священнослужители, что оно изнашивается. Почему? Потому что святитель Спиридон исполняет все, как говорится, мольбы, которые к нему обращены. Вот. Все к нему обращаются с разными просьбами. И вот пока он ходит по нашим просьбам, одежка его изнашивается. Старое облачение растригают на частички, филахта по-гречески, раздают верующим. Башмачки тоже меняют. Один привезла настоятельница матушка Варвара, через год благодетель. Через вещи, которые соприкасались с чудотворцем, и ярославцы получают благодать. Обычно Спиридона изображают в момент доказательства триединства Бога на Никейском соборе, в пастушьей шапочке, хотя и в сане епископа. День памяти преподобного Православная Церковь отмечает 25 декабря. Это день зимнего солнцестояния, когда световой день начинает пребывать. Поэтому 25 декабря еще и называют Спиридоновым поворотом. Но главный праздник впереди. Толга уже украшена. Зимних в декабре и начале января несколько. 19-го – Никола Зимний, затем Спиридон Тримифунский. А там уже и Рождество. Вертеп сестры устроили под колокольней Введенского храма. Композиция располагается там много лет. Сестры разыгрывают здесь рождественские мистерии. Марина Смарагдова, Василий Мосин, новости города. Ярославские православные готовятся к Рождеству Христову, где пройдут праздничные службы. Какую подготовку к одному из главных праздников ведут храмы? И можно ли отмечать наступление 2023-го, не нарушая рождественский пост? Об этом и не только пойдет речь в среду в программе «На повестке дня». На вопросы моей коллеги Веры Жук ответит иерей Александр Сатомский, пресс-секретарь Ярославской епархии. Эфир в 19:20 на городском телеканале. Сегодня профессиональный праздник у людей нелегкой и очень ответственной профессии, которые ежедневно спасают жизни других, подчас рискуя своими. В региональном управлении МЧС чествовали спасателей. В актовом зале концерт и торжественное вручение медалей отличившимся. Награды участникам добровольной пожарной охраны, аварийно-спасательной службы, сотрудникам ведомства. Несколько офицеров получили внеочередные звания за проявленную доблесть и отвагу в ходе несения службы. Они первыми приходят на помощь. Работа спасателей сопряжена с высокими нагрузками. Далеко не каждый сможет пройти столь трудный путь. Сергею Барковскому это удалось. Четверть века в пожарной охране. Дымление очень сильно, то бишь перед собой ничего не видно. Звеньями ГДЗС проверяем. Соседи говорят, что в квартире должен быть кто-то.
еще раз проверяем, никого найти не можем. И тут случайно прямо из шкафа рука, женская рука такая внимается и берет меня за лицо. И нам пришлось, я к ней залез в шкаф, отдельно на нее спас устройство, и потом ее вытащили. Наше главное управление имеет богатые традиции, которые мы несем по жизни и стараемся их воплощать в жизнь. Мне хочется пожелать всем спасателям и пожарным, чтобы в их жизни как можно было больше учений, но как можно меньше практических выездов. Ярославский ансамбль танца «Счастливое детство» выступил в Московском доме музыки. Организатор концерта – некоммерческая благотворительная организация, основанная по инициативе всемирно известного скрипача, дирижера и общественного деятеля Владимира Спивакова. Помощь одаренным детям, развитие их талантов – вот главная задача организаторов. Юные ярославцы выступили со стипендиатами концертных программ фонда. Участниками стали самые креативные и творческие дети из Москвы, Петербурга, Омска, Сочи и других городов страны. Ансамбль танца «Счастливое детство» – коллектив с более чем полувековой историей. Известен не только в Ярославле, но и за его пределами. Не раз брал гран-при на фестивалях различных уровней. Это единственный заслуженный коллектив народного творчества в области. Нашему ансамблю 55 лет, уже 56-й сезон мы работаем. И этот сезон у нас начался очень бурно и активно. Мы уже были в Ростове-на-Дону, в Пензе, в Санкт-Петербурге. И вот, наконец, мы приехали в Москву по приглашению благотворительного фонда Владимира Спивакова. Медведица Маша уснула. Живой символ Ярославля, обитающий в музее-заповеднике, отправился в зимнюю спячку на неделю позже своих сородичей из зоопарка. Как сообщили городскому телеканалу сотрудники музея, спать Маше давно пора. Последнее время были все предпосылки. Хищник мало ел, неохотно выходил из домика берлоги, вход для посетителей был закрыт. Погода окончательно убедила зверя, что пора на боковую. Предполагается, что сон Маши продлится, как и обычно, около 3 месяцев. И теперь к спортивной части выпуска. Показали все, на что способны. А награда не баллы, как на соревнованиях, а аплодисменты зрителей. В Ярославском цирке состоялось 5-е новогоднее выступление воспитанников спортшколы имени Беляйкова. Это своеобразное подведение итогов года. Отчет о том, чему научились за сезон. Наш корреспондент Владислав Старожук побывал на празднике спорта. Эффектный полет акробатов под музыку. Отталкиваясь от батутной сетки, юные спортсмены вращаются в воздухе, словно планеты вокруг своей оси. Начало сразу завораживает. Под куполом Ярославского цирка разворачивается безумное шоу. На этом торжественном выступлении собралось около 2000 зрителей. Всех участников встречают бурными аплодисментами. Головокружительные трюки с кручением – это всего лишь один из фрагментов отточенной программы воспитанников спортивной школы номер 8 имени Виктора Беляйкова. Главные артисты – спортсмены от 4 до 20 лет. Тренер находится на подстраховке. В зале родные и близкие. Сейчас было милое выступление зайчат, самых маленьких где-то. Всегда это вызывает кучу положительных эмоций. Радость за деток. Школа отличная. Получаются хорошие спортсмены. Смотреть аж дрожь берет. И она со смыслом. Самое главное – это программа. Очень здорово. Выступают атлеты всех отделений спортивной школы. Прыжки на батуте, художественная гимнастика, спортивная акробатика, бодибилдинг. Между выступлениями чествуют лучших спортсменов, тренеров и работников школы. Так как мы уже 5-й раз справляем, у нас уже все расписано, поэтому в течение года всей жизни мы делаем элементы, учим. А сейчас мы просто разные музыки, да, разные костюмы подставляем, и репетиционный период составляет месяц. Это отчетное мероприятие, да, чему дети научились за год, так скажем, своего нахождения в стенах муниципальной школы. Тем самым мы хотим донести частичку праздника до каждого пришедшего сегодня на наш спортивный праздник. Сейчас в спортивной школе имени Беляйкова тренируется свыше 1000 юных атлетов. За спортивные заслуги наградили 14 тренеров и 16 спортсменов. Это призеры чемпионатов России, всероссийских и международных соревнований. Владислав Старожук, Евгений Симоненко, новости города. Сегодня в Ярославле открылся региональный турнир по плаванию «Новогодние старты». Этот юбилейный – 20-й. Более 300 спортсменов из областного центра Тутаева, Гаврилов Яма и Вологды будут в течение 3 дней бороться за призы. Мои коллеги сегодня наблюдали за состязаниями ихтиандров.
На стартовом помосте 8 спортсменов в ожидании свистка. Среди них пловец Михаил Катков из Гаврилов-Яма. Атлет готовился к этому заплыву месяц. Усердный труд и изнурительные тренировки в бассейне и спортзале дали свои плоды. Не прошло и минуты, и спортсмен уже финишировал на 50-метровке. Вот только что меня объявили, я побил свой на 2 секунды рекорд. Я сделал это. Прям приятно то, что я могу что-то. То, что я стою себе что-то. Что я добился, ну, того, чего хотел. В плавании, как и в беге, спортсменам дорога каждая секунда. Ежедневные тренировки помогают показывать хорошие результаты не только Михаилу, но и Егору Ковалеву из Ярославля. Хорошее, отличное. Улучшил на этих соревнованиях очень хорошо. Ну, на секунд 20-30. То есть, типа, для меня, для тренера это хорошо, для меня, то есть, ближе к новому разряду. Тот результат у меня был 1.10, а сегодня у меня 1.05. Допуск на эти состязания спортсмен может получить, имея как минимум третий взрослый разряд. В программе заплывов дистанции разные – от 50 до 1500 метров. Мы проводим этот турнир для выполнения нормативов, для набора опытов молодых спортсменов и для того, чтобы как бы предновогодний старт сделать, немножечко разгрузить детей от тренировочного процесса. Лучших выберут по сумме трех дистанций. Первые, вторые и третьи места разыграют между четырьмя возрастными группами юношей и девушек. Вместо медалей участников ждут кубки, призы и грамоты. Сегодня завершился первый соревновательный день. Последние заплывы пройдут в четверг. Яна Хромова, Владислав Старожук, Павел Климов. Новости города. Ребята постарались. Тяжелые домашние матчи, но болельщиков порадовали. Готовимся к следующей игре. Так прокомментировал матч со «Спартаком» главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин. Железнодорожники одержали непростую победу над московской командой 2-1. Степан Никулин, использовав момент после своевременной передачи Дениса Алексеева, молниеносно поразил ворота соперника. Нападающий точным броском попал и во второй раз. Четвертой победой подряд «Локомотив» завершил домашнюю серию. В среду команда сыграет на выезде в Москве с китайским Куньлунем. Конечно, эмоций много, там и Казань, и ЦСКА забрал, да и Сочи, там нервов потрепало немножко. С головами легче играть однозначно. Вот. Но с другой стороны, и тоже надо такие матчи уметь выигрывать, когда на тоненького. Поэтому позитив ищем в этом тоже. В Приморском крае продолжают устранять последствия снегопада. Сугробы в некоторых местах достигают 2 метров. Несколько населенных пунктов остаются отрезанными от внешнего мира. В Москве завтра -2 и снег, дальше еще теплее. Так что не исключено, что жители столицы будут встречать Новый год под оттепель и дождь. А к чему готовиться ярославцам? О погоде на среду с вами Юлия Василенко. Здравствуйте. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Весь день снег. Подробности через несколько секунд. Открытые продажи квартир за Волгой в новом жилом доме «Единство». Действуют стартовые цены от застройщика. Светлояр, 2888 по 0. В среду ночью в Ярославле облачно, снег. Температура -5 градусов. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В среду днем в Ярославле облачно, снег. Температура -1 градус. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. На этом прогноз погоды окончен. С вами была Юлия Василенко. До встречи на городском телеканале. Сейчас в эфире художественный фильм «Мы купили зоопарк». Приятного просмотра. А я напоминаю, новости городского телеканала также доступны на сайте gtk.tv, в пабликах и телеграм-канале. Сообщайте новости и в нашу редакцию по телефонам 72 11 70 72 11 80. В студии работала Екатерина Сысоева. Хорошего вечера и до встречи в эфире городского телеканала.